Журналист был такой. Что с ним стало? Ну, он давно здесь не был. Он, видишь, нападение играет, знаешь, такого? Вот ты его знаешь. Он же работал здесь журналистом. Хасан. А, Хасан? Триста чего? 1000 рублей. Полдвенадцатого. Вот. Ломать? Не работает.
новички заключились? Не, не знаю. Слышал, да, коллектора за 4 рубля? Нет. Мои вещи ты можешь? Американцы стали, вот не, а ты не понимаешь. О, слышал. Это очень смешно. Каждый раз. Накрыли, накрыли, Димка. Дим, готовься к нему сюда. Все, разумеется.
Витя. Что? Ты помнишь, что у тебя долг растет? Какой? Твой долг. Дни идут, долг растет, понимаешь? Должен больше и больше. Ну, типа, сейчас с каждым днем все больше и больше. Спокойно. Втроем, втроем. Тебя ждет расплата, понимаешь? Я понял, понял. Я понял, понял. Да, да, конечно. Бежал! Он же вратарь! Выходи, выходи! Егор, ты бежал, иди на мяч! Егор! Еще разок с тобой! Еще с тобой, смотри! Предпринимайтесь! Какая разница, бля, уважать надо людей.
еще, блядь, молоко на губах не обсохло. Дай пошпили другим. Надо быть так, чтобы... Ольга! Ольга! Ну, пора садиться. Не-не, давай еще двойки. Это что, картавый? Нет, это не картавый. К удивлению. В основном, типа, здравствуйте. Можно не встал. Я понял, тот, который желтую получил. Какой счет?
13-1. Сколько? 13-1. Слушайте, за 37 тысяч рублей заселить к нему типа. Ребят, поднажмите! Поднажал? В рюкзаке лежит. Там, где мои шмотки. Да, ты слабый. Привез там вот чуть, когда там этот вратарь еле-еле выбил. Ты там чуть не привез, говорю. Когда? А, там, когда советовал? Да, да. Запомнилось, да? Еще не ожидал, что сможешь там пробить, вот когда там был. С левой. Я пробил. Да, по-моему, или нет? Ты пас отдал? Кому? Под удар кому-то. А, да. Ты знаешь, она реально офигевшая какая-то, слышишь, суда не будет. Больше! Сюда, 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 с
сзади, да? Экстренный сбор.